Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в Смотритель кладбища. У нас вышло обновление, называется оно Breaking Dead. То есть связано что-то с мертвецами. Ну что ж, давайте смотреть, так играть. Ну, естественно, ребята, мы с вами немножечко отступим от концовки игры, потому что, по идее, сейчас я должен идти в портал, все это сдавать дело и отправляться, как говорится. Но этого мы делать сейчас не будем, потому что будем смотреть обновление. О, смотрите-ка, тыква какая-то, но с ней нельзя как бы взаимодействовать. А это что у нас такое? Создать. Что создать? Сад камней. Сад камней. Нужны, значит, 6 камней и 10 песка. Давайте посмотрим, что это за сад камней и для чего. Так, камни у меня, по-моему, вот здесь находятся, если я не путаю ничего. Да, все нормуль. Давайте выложим все пока, что нам не нужно. 6 камней, да, значит, надо. 6 камней и песок. А вот песок, я не помню, ребята, где у меня лежит. Так, ну я знаю точно, что он у нас где-то есть. Так, здесь не то. Может быть, даже вот здесь. Нет? А, вот, вот, ребята, и песок. Сколько там? 10, по-моему, надо было. Ну, давай посмотрим, что это за сад камней и для чего он. Так. И, а, медитировать написано. И, а, все, все, я понял. Ребята, это то же самое, что кровать. Только нам не надо идти ложиться в домике. И, видимо, такие сады камней будут по всей, наверное, карте разбросаны, я так понимаю. Так, ладушки, куда нам сходить? Я даже не знаю. Что еще новенького-то здесь появилось? Ну-ка посмотрим, может быть, у нас появились новые какие-то задания. Слушайте, я ничего такого здесь сейчас не вижу. Не вижу, ребята. Но в честь Хэллоуина что-то должно у нас поменяться. Это однозначно. О, а, ну это тыквы. Тыквы. Здесь у меня все под контролем. Так, я ничего здесь новенького построить случайно не могу. Давайте глянем. Нет. Как был крематорий, так он и остался. Давайте зайдем, наверное, к себе сюда. Выглядишь так себе. Спишь, наверное, плохо. Я бы все отдал, чтобы сейчас поспать. Оказывается, не так уж легко быть смотрителем кладбища. Все приходится делать своими руками. И? Да уж, помнится, в мое время у смотрителя было много подручных. Чем-то они были похожи на меня, только вот не потели, да и шуток совсем не понимали. Один такой чудик должно быть до сих пор прикован к стене в верхней, в северной части церковного подвала. Так вот, не вздумай его освобождать, не помню точно почему, но чует мое сердце, не стоит этого делать. Где? В северной части церкви? В северной части церкви. Ну там, по-моему, подвал, он сказал. Прикован к стене. Так, надо, наверное, ребят, туда сходить и посмотреть. Так, в подвале, он сказал, да? Это значит, где-то здесь. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Мне кажется, или кто-то стонет. Надо проверить. Ха-ха. Это что-то новенькое, ребят, такого не было раньше. Опа, Свят. И не говори, какой приятный сюрприз. Я уж и не верил, что меня найдут. Это кто такой? Дружище, ты там жив? Нужна помощь? Скажем так, я в сознании. Спасибо, что предложили помочь. Меня зовут Гюнтер. Справа должен быть рычаг. Ага, вижу.
Гюнтер. Великолепно. Удивительно, что эта штука все еще работает. Не могли бы вы ударить меня мечом пару раз? Че, извращенец, что ли? Так, сперва ответь на мои вопросы. Ударьте меня, я так соскучился по физическим ощущениям. Че, звездануть его, что ли, надо? Так, звездануть. Ну, давай. Получи, гад. Ой, что это выпало? Великолепно! Первое настоящее чувство за столько лет. Теперь я с радостью отвечу на все вопросы. Так, кто ты, во-первых, скажи ко мне? Как я уже сказал, меня зовут Гюнтер. Так ты, выходит, уже мертв? Вопрос философский. Лично я предпочитаю называть себя трансмертвый. Но в массовой культуре нас, к сожалению, называют нежитью. Так, почему ты попросил ударить тебя? Видите ли, я лишен способности ощущать внешние воздействия. Сначала было невыносимо, но потом выяснилось, что я все-таки могу испытывать боль. Эти удары казались мне легким покалыванием. Несказанное удовольствие, особенно когда нет альтернатив. Я могу тебя еще раз ударить, если хочешь. Я могу тебя забить до смерти. Очень мило с вашей стороны, но я должен отказаться. Он понял, к чему я намекаю. После стольких лет эти покалывания были блаженством. Я буду упиваться воспоминаниями о них еще не один год. Не хочу тратить остатки своей плоти. Мне еще нужно сохранить ее на вечность. Как вы стали трансмертвым? Хороший вопрос. Наука и немного магии. Меня создал мой господин Старый Смотритель. Кстати, он сделал много мне подобных. Ого, а вот это уже интересно. Мои братья все еще работают на кладбище. В плане. Не видел никого. Нет, похоже, остался только ты. Ну вот именно. Кстати, я новый смотритель кладбища. Вот как? Вы можете создать еще трансмертвых. Они будут отличными помощниками. Да ты что? Хоу. Так. Как я могу это сделать? Очень просто. Все чертежи должны быть в шкафу слева от вас. Там же должны быть бутылки с воскрешающей жидкостью. Если вы знакомы с алхимией, то сможете сделать еще. Вы знаете рецепт этой жидкости? Второй ингредиент точно человеческая кровь. А вот первый я не помню. Должно быть какой-нибудь порошок. Ага. Они будут такими как ты? К сожалению, нет. В моем случае что-то пошло не так. И я получился умным. Поэтому-то господин и приковал меня здесь. Слишком уж я выделялся. И я могу тебя освободить. Я провисел на этих цепях так долго, что моя плоть почти вся сгнила. Не думаю, что это хорошая идея. Да и я тут как-то пообвыкся. Как трансмертвые могут мне помочь? Вот это самый хороший вопрос, да, ребят? Они могут мастерить простые вещи на верстаках. Оу. А если вы разберетесь, как их экипировать соответствующим образом, они смогут переносить и добывать ресурсы. О какой экипировке ты говоришь? Один из моих братьев в экипировке... Должно быть, все еще завален камнями на входе в лес к северу от церкви. Найди его и сами увидите. Где? Ну, на севере... Блин, на севере от леса? Ёпарасоте! Так, ну-ка давайте посмотрим. Задание Гюнтера. Есть Гюнтер у меня здесь? Гюнтер есть, а задания-то нету. Ёпарасоте, карта. На севере от леса. Твою маковку, можно у него переспросить, нет?
Ё-моё, тут еще расскажи мне о жидкости для воскрешения. Первый ингредиент – порошок, вроде зелёники, второй – точно человеческая кровь. Ага. А где я могу найти экипировку? Проход в лес к северу от церкви. Под завалами должен быть экземпляр экипировки. Так, к северу... Так, еще раз. Проход в лес к северу от церкви. Проход в лес к северу от церкви. Понял. О! Вы открыли новую технологию и получили знания. Чертеж, стол, воскрешение. Так. Оу. И экстракт зомби, ребятушки, я нашел. Хе-хей. Слушайте, ну-ка, больше ничего нету? Нету. К северу, да? От церкви, значит. Пойдемте, ребята, мы посмотрим, кто там у нас... Кстати, подождите, нам нужно сделать стол. Верно? Верно. Стол для воскрешения. Блин, охренеть, вот это обновление. Вот это я понимаю, ребята. В честь Хэллоуина, да? Так, ну-ка. Так, завал тут какой-то у нас. Подождите, а этот стол... Где должны делать? Здесь или в морге? Давай посмотрим. Так, письменный стеллаж, печатный. Не здесь. Здесь его вообще нет в помине, ребят, если честно. Так, давайте посмотрим. Может быть, вот тут где-нибудь. Генри молчит. Так, вот здесь, может быть. Так, палета, стеллаж. Слушайте, и здесь нету. И здесь, ребята, нету. Так. Подожди, а может быть это технология, ее надо выучить? Второй шанс. Вот, 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 ребята, вот оно. Что еще? Станция грузчик. Станция грузчиков? Так, давай вот это мы вначале откроем. Так. Зомби-логистика. Давай тоже открывать. Зомби-логистика. И что-нибудь новенькое есть еще или нет? Все? Да подожди, тут же вот... А почему не двигается дальше? Эй! А, вот. Зомби-логистика. Так, чертеж. Станция грузчиков. Стол воскрешения. Так, больше ничего, надеюсь, да? Больше, ребята, ничего. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Здесь, не здесь? Здесь, ребята, вот, стол воскрешения. Значит, нужно нам 4 бруса и 4 сложных детали. 4 бруса и 4 сложных детали. Так, ребят, я до дому. Пойдем возьмем 4 бруса, 4 сложных детали. Сейчас мы с вами будем делать стол воскрешения. И не забываем, что нам нужно еще найти какой-то труп заваленный. На север от церкви, в лесу, под завалами лежит экипировка. Так, 4 бруса. 4, как раз у нас 4 бруса и 4 сложных детали, да? Подожди, а у меня... Не понял, что у меня с деталями вообще напряг, что ли, какой-то? Да вроде бы... Подожди, вроде такая целая куча у меня была этого всего хлама. И на тебе, ничего нету. Ну что ж, придется тогда сделать. Придется сделать, ребята, нам 4 сложных детали. Ну, давайте сделаем 6, фиг с ним. Какая разница, да? А, ого, тут еще можно очередь заданий делать теперь. Подожди, а почему? Так, 3. Все, мы взяли с вами. Так, пойдемте теперь делать тот самый стол. Все, как говорится, ребят, по порядку. Мы сначала сделаем стол, потом там еще какой-то стол грузчиков. Я не знаю, зачем нам стол грузчиков. Хм. Ладно, фиг с ним, посмотрим. Герри, ты ничего не хочешь мне сказать, а? Нет? Увидимся позже и все. Так, ребятули, ну-ка. Стол воскрешения.
Ого, какой он. Ну, давай, предположим, его вот... Ну, вот сюда мы его поставим, фиксим. Так, сейчас мы, естественно, его сделаем. Ну и будем смотреть, что дальше. Так, жидкость у нас есть для воскрешения. Так, стол воскрешения. Ага, нужно тело и ресурсы для воскрешения. Ребят, мы сейчас тут с вами ничего лишнего не наделаем, а? Так, мне нужны трупы. Чтобы получить трупы, я надеюсь, пастырь не будет на нас ругаться за это, за то, что мы тут такие дела хотим провернуть. Нам нужна морковка, ребята, для чего? Для того, чтобы ослик нам стал возить трупачки. Да, только лишь здесь не пройти. Все, позабыл уже. Что тут? Что? Что я должен тут? Нет. Это не то, ребят. Это я не хочу создавать. Ну, давай, выкапывай. Так, ну что, сколько у нас там морковки? Давай глянем. 14. Слушайте, я думаю, что это ему за глаза. Он, по-моему, 10 морковок просит, да, за одну ходочку. Мы ему дадим аж целых 14. Хотя он всего 10 возьмет. Ладно, не беда. На первое время хватит. Так, давай мы его вот сюда вот так положим. Все. Отлично. Так, и пойдем, ребят, теперь посмотрим, где у нас тут на север от церкви. Север. Ну, север у нас, по идее, наверху. Ну, должен быть. Так, ладно, надо обойти, наверное. Сейчас мы это дело обойдем. Но ведь не здесь же. Здесь, по-моему, никаких у нас завалов нету. Я, честно говоря, не помню. Да, тут ничего у нас нету. Поэтому давайте мы с вами обойдем и уже посмотрим с той стороны. Он ничего не говорил, да, там, что там через реку или еще там где-то. Он сказал, что от церкви на север в руинах. В руинах. Завалило там кого-то. Проход в лес. Ну, я так понимаю, вот это вот проход в лес. Странно. Странно, ребят, я никого тут не вижу. А, не, ну смотри-ка. Так, Е, что это такое? Должно быть, это то место, о котором говорил Гюнтер. Надо начать искать этого трансмертвого. Так, работать. Давай работать, конечно же. Ой, смотрите, ребят, действительно, лежит чувак там. Бедняга. Вы открыли новую технологию и получили знание. Чертеж зомби-шахта. Левая. Так, начать строить лесоповал. Зомби-карьер камня правый. Зомби-карьер мрамора правый. Зомби-ферма. Генератор случайного текста. Это как это так? Генератор случайного текста. Странно. Зомбик, вставай, подъем. Подъем, родной мой. Пойдем, я тебя оживлю. Ребят, я нифига я там получал чертежей. Надо... Беднягу, знаете, как у этого, как марионетку взял его и тащу. Так, ой, нам надо идти в морг. Значит, вот это будет у нас первый труп. Я надеюсь, он меня не сожрет нафиг. А то их черт его знает. Первый раз, ребята, делаем эксперименты такие. Так, стол воскрешения. Я его не могу положить, да? Ай-яй-яй-яй-яй, я думал, что... Да, ребят. К сожалению, с этим трупом я ничего не могу сделать. Ну, он такой прикольный, смотрите, как Франкенштейн маленький лежит. Слушайте, ну, может быть, все-таки что-то с ним можно сделать, а? Может, его полить? Где у нас эта жидкость? Создается на алхимическом... Кстати, эту жидкость надо нам, знаете, что сделать, ребята?
просканировать. Обязательно. Так, давайте посмотрим. Так, исследовать вот это вот, Давай, по полной программе. Экстракт зомби. Так. Слушайте, интересно, а где можно узнать, из чего он состоит? Он сказал, что один ингредиент — это кровь человеческая. А у нас... Подожди, человеческая кровь, а где я возьму? Так. Человеческая кровь. У меня такой, по-моему, никогда и не было такого ингредиента, по крайней мере. Человеческая кровь. У нас, помните, был ведра. Ведра были с кровью. С кровью жертвенников, вроде бы что-то типа того, да? Могу ошибаться, конечно. Так, у нас тут раствор замедления. Это у нас все растворы. А где у меня... Так, секунду. Секунду, кажется, я кое-что вспомнил. По-моему, вот здесь у меня должны были со старых запасов еще остаться пару ведер. Но я могу и ошибаться. Сейчас посмотрим. Так, это у нас мотыльки-бабочки. Это у нас не то все. Так, это понятно. А, вот, подождите, ребят, может быть... Вот, вот, у нас кровь есть. Давай возьмем крови. Так, надо что-то выложить, нафиг, у нас тут... Так, у нас там письменный стол есть, я, наверное, туда и поставлю. Человеческая кровь, и он сказал, другой ингредиент зелененький. Какой только вот, блин, зелененький. У нас много ингредиентов зелененьких. Так, истории все эти повыкладываем, они нам все равно пока не нужны. Да, все. Давай посмотрим, у нас, в принципе, можно на шару, ребят. Ингредиенты. У нас экстракт порядка, раствор здоровья, порошок здоровья, порошок порядка. Мне кажется, может быть, порошок здоровья. Не уверен. Не уверен, но можно попробовать. Так, порошок здоровья. Это значит, нам нужно идти вот сюда вот. Так. Эликсир исцеления, это все понятно. Ну что ж, давайте пытаться, ребята. Я не знаю, там... Ага, теперь вот еще вопрос. Что первое должно быть? Кровь? А потом порошок. Подожди-ка, а они не совмещаются, ребята. Порошок. Во, ну-ка. Работать, давай, работай. Экстракт зомби, ребята, вы поняли? Все, я только что сделал эту... Вот этот состав. Короче, ребята, нужен порошок здоровья и кровь. Человеческая кровь. Вы получаете экстракт зомби. Ну, а теперь настало время нам дождаться. Дождаться зомби. Ой, зомби, ё-моё, о чем я говорю. Дождаться первого мертвеца, которого нам привезет ослик. Надеюсь, он нам привезет. И мы будем с вами уже делать зомбарей. Так, а теперь мне надо еще, ребят, посмотреть, где нам... Где нам можно сделать вот эти вот остальные, короче, столы. Например, здесь глянем, что у нас тут. Тут ничего у нас нету, к сожалению. Так, а вот тут-то. Смотрим, ребята, внизу это все. Фабрика товаров. Фабрика товаров? Водяной насос? Это что такое? Что-то не понял. Я вообще такого не знал. Водяной насос. Фабрика товаров. Так, это уже интересно. Ладно, давай посмотрим, что такое водяной насос. Значит, нужна доска, нужны гвозди. Так, 8 досок и 4 гвоздика. 8 досок. Блин, досок, как всегда, нету. Ладно, сейчас будем делать, ребят. Будем сейчас это все делать. Значит, 8 досок. Восемь досок и 4 гвоздика. Вот так вот. Давайте посмотрим. Я просто без понятия, ребята, что у нас, оказывается, есть водяной насос. Что мы его вообще могли делать? Так, подожди. Погоди, я что-то не понял.
А, вон он. Он уже сам, главное, поставился, ребят. И что же ты делаешь, водяной насос? Ну-ка, давай-ка посмотрим. F. Так, погоди. Хм. И? В чем прикол-то? Ведро чистой воды. Ну, извини меня, я как-то и без этого раньше добывал воду таким же способом. Не нужен мне был никакой водяной насос, ребята, если честно. Ладно, давай посмотрим, что здесь еще у нас. Фабрика товаров. Вот это, конечно, для меня что-то новенькое. Я, знаете, что думаю? Это случайно не та ли фабрика, которая у нас находится вот здесь? Не оно ли это, а? Ну-ка. Нет, это стол для упаковки, ребята. Так, погоди-ка секунду. А здесь я могу что-нибудь? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Стол для упаковки, куча контента, да? Здесь нету ничего. Ха. Очень интересно, ребятушки. Ладно, давайте тогда сделаем фиг с ним. Я хочу посмотреть, что это у нас за фабрика товара. Значит, 12 досок и простые детали. Две штуки еще нужно. Так, 12 досок, простые детали. Простые детали мы... Так, места опять нету, да? Ну, как всегда. Давай, наверное, выложим... Что можно выложить? Да вон кирку одну выложим, даже вон две. Так, а что это у нас... А, ну кровавые гвозди, понятно. Так, две детальки забираем. И нужно нам еще 12, ребята, досок. 12 досок. Сейчас мы с вами создадим досочки. Пускай 16 будет, фиксим. Поехали. Давай, да. Чё? А, энергии не хватает, да? Энергии не хватает у нас. Ну ладно. У нас, по-моему, с вами есть... Да, конечно же, есть, ребята. Бургеры. Давай их сюда перенесем. Почему как эти? Вот сюда перенесем и будем отсюда их жрать. Все, продолжаем работу. Как говорится, не отрываясь. Что тут у нас? Устали мы, что ли, бедняжки? Некогда нам отдыхать. Давайте смотреть. Да и... Простые железные... Так я не понял. Подожди, я же... Вроде бы как взял простые детали. Этого мало, что ли, было? Ай, ладно, хорошо, давай сделаем. Все, раз он так хочет. Так, и создаем. Оно все само, ребята, почему-то создается. А, нет, здесь мне нужно сделать. Хорошо, давай сделаем. Фабрика товаров, значит. Сейчас я посмотрю, что это за фабрика такая. И каких товаров-то, интересно, мне тоже знать. Ну давай, 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 раскапывай. Так, это мы раскопали, теперь мы еще должны что-ли собрать? Ну да. Хорошо, давай сделаем. Ёпрс, это... Так, создать, что... Ага, фабрика товаров. Коробка с товарами. Ты смотри, ребят. Коробка с товар... Ха-ха, ну, давай предположим... Так, у нас резной камень есть или нету? Ну, по крайней мере, я знаю точно, что полированный мрамор... Ага, полированный мрамор. Давай посмотрим, сколько у нас... У нас он вот здесь, по-моему, да? Чёрта с два он здесь у нас. Да блин, тут не то. А мрамор вообще у меня есть? Вот. Так, это камень. Вот у нас мрамор. Так, ребят, надо кое-что... Блин. Выложим, давайте сейчас мы с вами, наверное, здесь. Хотя, погоди-ка, у нас вроде бы... Где-то есть он уже. Или я опять же ошибаюсь? Ладно, выложим с вами вот это все дерево. Эти палочки все. Эти досочки. Семена моркови пока тоже выложим. Не нужно нам это, в воду. Блин, ботву эту выложим. Так, хорошо.
Мрамор, значит, для того, чтобы сделать нам... Вот и трупец, ребятушки, к нам прибыл. Для того, чтобы нам сделать с вами мрамор, это нужно... Все позабыл, ребята. Абсолютно все позабыл. Где он делается? Он делается вот здесь вот, так? Полированный мрамор. Смотрим. Угу. Ну что, давай сделаем. А что ты, разве ты по одному у меня делаешь? Да ну нафиг, ты же должен как-то... Полированный мрамор. Да ну, это ересь какая-то. Я же прекрасно помню, что ты мог делать сразу там пачками просто-напросто. Чё ты мне по одному-то делаешь? Так, это бюсты. Вот, ребята, видели, да, вот на бюстах то же самое должно быть и на мраморе. Вот как на бюстах. Так же должно быть. Но почему-то здесь нету этого. Так, может быть, вот здесь? Нет, тут камень резной. Это не то. Блин. Придется так делать, чё ж. Раз другого варианта, блин, нету. Так, я уже забыл, сколько там нужно было. Так, и, по-моему, вот... Нет, не здесь. И вот здесь мы с вами забираем 7. 7, там, по-моему, нужно было 8. Давай сделаем полированный мрамор. Так, как всегда, энергия закончилась. Так, полированный мрамор. Это, ребят, я хочу просто посмотреть. Коробка с товарами. Создать. Да подожди ты, блин. Создаем. И чё? И... Погоди, а куда ты её дел-то? Ё-моё! Ты куда... Куда он товар наш отправил, а? Ребят. У меня тут, кстати, больше вопросов, чем ответов, блин. Куда он товар мой дел? Ладно, давайте займемся нашими зомбиями. Так, они у нас уже внутри. Так, вот он, трупик лежит. Еще свеженький почти. Положить. Стол воскрешения, давай. Это что такое у нас? А, еще нужна вера. Блин, еще нужна вера, ребят. Ну ёпарасоте, а. Раньше-то нельзя было сказать, что вера еще нужна. Слушайте, мне не нравятся его отрицательные черты, ребят. Он какой-то будет, наверное, злой зомби. Так, где у нас тут? Вот здесь, по-моему, да? Хватает, хватает. Все, заберем сразу. Не будем мелочиться. Так, предположим. Давайте-ка оживим. Если получится, конечно. Воскресить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп. Так, погоди-ка. А чё ты лежишь-то? Блин, я чё-то не врублюсь нифига. Так. Предположим, у нас здесь два трупа. Предположим, ребята. Давайте мы посмотрим теперь у нас технологии. Изучать их нужно, да? Там вот, зомби-ферма. Открываем. Что на нее, про нее написано? Смотрим. Про нее ни хрена не написано, ребята. Просто зомби-ферма. Так, здесь у нас что такое? Генератор случайного текста. Открываем. Так, здесь ферма, это понятно. Так, а здесь у нас ничего, да? Здесь ничего, странно. Так, зомби-шахта. Зомби-шахта левая. Ну, предположим, я открыл ее, ребят. Так, по кулинарии нифигашечки. Тут консерванты. Зомби-логистика. Это у меня все выучено.
Так, давай посмотрим здесь. Здесь ничего нету. То есть генератор случайных слов, зомби-ферма. И... А мне что-то казалось, что там что-то вроде как лесопилка должна была быть, нет? Это мне все показалось? Зомби-шахта. Ладно, предположим, зомби-шахта. Куда я могу поставить зомби-шахту? Да, и, кстати, ну-ка давай-ка глянем здесь. А здесь я ничего не могу сделать, ребята. Зомби-шахта. У меня есть, конечно, одно подозрение, что мы можем с вами сбегать к себе на рудник. Ну, вы поняли, да, про который я говорю. О чем мы идем-то с вами? У нас же, ё-моё, я совсем забыл. У нас же, ребят, есть телепорт. Камень телепортации использовать в карьер, конечно же. Так, и давай посмотрим. Здесь можно ставить? Ах, смотри-ка. Оу, смотри. Блин, я сюда пришел без всего. Кирки, блин, у меня нету. Досок у меня нету. Так, значит, запомнили. Нам нужна кирка. Нам нужна доска. Нам нужна бумага. В общем, куча досок. Возьмем кучу досок, кучу бумаги с собой возьмем. И кирку. Причем не одну, а три штуки. Слушай, кирка-то какая? По-моему, там обычная, ребята. Обычная железная кирка. Ёпрасэта. Ну, а я не знал, что там нужно вот древесина, вот это все, ребят. Так что не надо бухтеть тут. Я что, думаете, мне самому нравится вот так вот бегать? Вы еще не забывайте, что мне, наверное, туда еще придется зомбарей этих перетаскивать, скорее всего, блин. Я даже ума не приложу, как они сейчас будут работать. Вот честно вам скажу, я не представляю. Но если это будет, действительно так, это просто круто, ребята. Для тех ребят, которые только в нее будут начинать играть, кто в эту игру не играл, а я вам... Еще тогда говорил, что игра вообще стоящая, на 100% отпадная. Че сюда зашел-то, блин, дуралей? Мне надо за деревом идти. Вот, им просто это так облегчит весь труд. Это просто неописуемо. Это сколько, я как вспомню, бегал здесь, собирал эти доски, деревяшки, камни эти добывал. Ой, а тут, если все будут за нас делать эти зомби, ну это просто, ребят, клондайк какой-то. Так, давайте наделаем с вами кучу сразу этих досок. Кучу просто-напросто. Так, сколько? По максималке. Давай 40 сделаем. 40, да, 40. Поехали. Там 8, да? 8. И чё? Чё такое-то? Чё, не понял я. Вот так вот. Если они будут за нас всю эту работу делать, ну это просто шикарно будет, вот поверьте мне, ребят. А если бы еще они сделали бы продолжение, потому что вы помните, как заканчивается у нас серия, да? Мы должны были, по идее, отсюда улетучиться к себе. В родные, так сказать, пенаты. Но вместо этого к нам прилетела наша жена. На это, в принципе... Как бы и закончилась игруля-то. Так, подожди-ка, а что такое? Погоди-ка, у меня же вроде бы... 32... А, это вообще показывает, что есть у меня, да, чурки эти? Да нет, они у меня есть. А, все, понял. Места, ребята, нету в инвентаре, поэтому сейчас мы выложим с вами гвозди, эти вот детали. Стамеска зачем-то у меня здесь. Брус, он нам тоже не нужен. Так, морковку. Ну, как обычно, ребята, засоряем все. Как обычно. Так, давай. Да что ж такое-то? А, бревно нужно, ё-моё, бревна закончились. Ну ладно, пока этого, я думаю, хватит. 36. Так, что нам еще нужно? А я думал, что мы сделаем из чурок. Хе-хе, наивный, блин. Чурки здесь вообще не при делах. Так, нам нужна бумага. Нам нужна бумага, ага, нам нужна еще, ребята,
Кирка. Кирка обыкновенная. Я так понимаю, вот это вот. Для того, чтобы ее сделать, нам нужны простые железные детали. Этого мы сейчас с вами просто наделаем хоть тьму тьмущую. Так, сделаем на запасик еще. Трупец привезли, ребята. Так, хорошо, давай создадим теперь. Сколько бы их тут? Ну, по идее, нужно 4 штуки нам. Так. Слушай, а что мы 4 штуки-то делаем? Может быть, нам пока хватит этого? Мы же не знаем, стоящее это дело, не стоящее. То есть сейчас тут наделаю. Нам нужна еще бумага. С бумагой здесь все намного... По-моему, чистая, да? Чистая бумага нам нужна. Так, мы еще и спать хотим придачу, блин. Значит, нам нужна чистая бумага. Так, по-моему, вот это. Я могу, ребята, ошибаться. Эй, перья нам не нужны. Перья нам не нужны. Кстати, полированный мрамор нам тоже уже не нужен. Ну, блин, ладно, фиг с ним. Так, мы еще и спать хотим, ребята. У нас усталость идет. Пойдемте мы еще с одного трупика сделаем зомби. Вот у нас 3 заготовки, короче, лежит, я так понимаю. Пока он тут у нас еще свеженький. Ложим стол для воскрешения. Воскресить. Джик. Я же говорю, ребята, они похожи на маленьких Франкенштейнов. Оно так и есть, видите? Так, ладно. Все, пойдем немножечко, ребятушки, киморнем. Возьмем с собой одного зомбаря. И телепортируемся сразу туда, в карьер, чтобы все это сделать и посмотреть. Как это все будет, я не знаю. Что, они будут за меня лес рубить, что ли, ходить? Но это будет тогда вообще прикольно, ребят. Если мы просто приходим, а там уже, знаете, готовые чурочки лежат. Так, хорошо. Я, короче, беру с собой одного зомбика. И телепортируюсь, короче, сразу же в карьер. Так. Блин. Камень еще не откатился. Ладно, ребят. Эй, не-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 не, труп-то возьми. Так, придется, ребят, тогда так идти. Пешочком. Ну, а что ж поделаешь. Погнали. Заплутать мы здесь не заплутаем. Потеряться не потеряемся. В общем, все вот эти вот... Тихо, 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 мыши. Не мешайте, не мешайте мне. Дайте уйти спокойно. Все вот эти вот дровосеки, так скажем, да. Потом добыча камня. Все это делать. О, а это что такое? Создать, чего создать? Большую лесопилку. Вот здесь вот можно создать большую лесопилку. Ну-ка, дай я посмотрю. Погоди-ка, большую лесопилку. А... Подожди, а почему я не могу создать? Так, технологии, смотрим. Строительство. Зомби-шахта. Зомби-лесопилка. Ёпарсете. Да вы чё, блин, издеваетесь, что ли, надо мной, а? Так, 6 гвоздей. 1 топор. 6 гвоздей и 1 топор. Хорошо, далеко не ушел, ребят. 6 гвоздей, 1 топор. Мышь, иди, не до тебя сейчас, не нервируй. Я просто сейчас, ребят, цветок все-таки залез, а? А как у меня, что, у меня разве топора нету, что ли? А, у меня топор второй категории, а там нужен, блин, топор первой категории, вот. Блин, вот придираются ко всему. Ладно, давай мы сделаем топор первой, блин, категории. Ну что, опять не хватает места. Использовать, съесть эти цветочки. Так, и нужны гвозди там. Нужны гвозди. Так, хватит, не хватит. Блин, надо еще, наверное, на всякий случай. Фиг его знает, ребят. Фиг его знает. Так, давай вот так вот сделаем. Слушай, ребят, подождите, я только что кое-что заметил. Оу, смотрите.
А, так мы можем сейчас вот так вот все это делать. Точно, ребят, смотрите. Это же намного улучшает и освобождает инвентарь нам. Так, второй. Вот, это наш топор. Меч я могу сюда. Ну вот, смотрите. И сюда же удочку. Инвентарь просто сразу же сколько места освобождается. А также я могу сюда вот отдельно положить себе броню. Так, броня где у нас? Сейчас, ребят, возьмем броню. Так, вот удочку возьмем. Вот у меня броня. Так, железная, стальная. По-моему, стальная, да? Самая лучшая эта броня. Это стальная же, по-моему. Честно говоря, я забыл даже, какая броня лучше. Стальная, по-моему. Это можно вот здесь вот посмотреть даже. Нет, это не здесь смотрится. Ха-ха, а где же тогда у нас? Где у нас делается элитная броня? Здесь. Так, нет, здесь у нас делается меч из дамасковой стали. Это вот самый лучший у меня в данный момент. Может, на верстаке у нас делается? Нет, на верстаке. Стальная броня, да, ребят, по-моему, последняя. Ладно, тем не менее, она уже стоит. Все, вообще шикарно. Лучше не придумаешь. Значит, гвозди мы с вами взяли. Это мы взяли. Блин, у нас с вами серия затянулась. Охренеть, насколько. Хотел покороче, думал, здесь все так легко и просто будет. Ага, балалайку. И идем с вами делать большую лесопилку. Левую. Или правую. Так, где-то здесь же. Ага, вот. Так, создать. Ну, так, создаем, создаем, ребята. Так, лесопилочка. Слушайте, а помните, он говорил... О! Так, и что? Зомби. Положить. Чё положить-то? О! Так, погоди. Эффективность работы 8%. Блин, да подожди, а как тебя запустить? Так, грузы. Предмет для транспортировки. Работник не назначен. Чё-то я ни хрена не понял, я, ребят. Я ничего не пойму, блин. Так, положить. Да чтоб тебя, блин. Грузы. Бревно. Так, я нифига не пойму. Я не пойму. Блин. Нет, я понял, что у нас стоят зомби. А чё они как не живые-то? Ну, я понимаю, что ему, наверное, нужен в руки топор. Скорее всего, чтобы он мог работать. Ведь так? Логично? Логично. Хорошо, давай предположим, что ему нужен топор. Для этого нам нужно создать еще один топор. Давай попробуем вот этот мы сделать для него. Персонально, так скажем. Взяли, взяли. И на всякий случай я все-таки сделаю еще обычный топор. Первой категории. Все. Значит, один у нас будет стоять там на посту. Не знаю, правда, для чего он. Ну, будет транспортировкой заниматься бревен, который якобы будет рубить, ну, у нас второй типа зомби. Если он вообще будет их рубить. Вот, потому что я лично к нему не могу в инвентарь залезти. То есть я не могу сейчас, в данный момент, взять, зайти, ну, знаете, как в карманах у него пошариться. Да ё, просто мыши, вот не, вот сейчас вот точно, вот не до вас просто-напросто, отвалите. Не видите, я очень спешу. Да идите вы прочь, чё цветок этот ввязался. Так, зомби, отвлеки, пожалуйста. Так, ладно, вот предположим, мы его ложим. Я не понимаю, ребят. Я этого не могу понять, что нужно здесь еще сделать. Как вот эту всю машину запустить?
Так, эффективность работы. Как же мне запустить-то тебя, братюня? Как? Скажи мне, пожалуйста, на милость. Положить. Может быть, здесь еще должен быть один, а? Взять. Эффективность работы 5%. Но он вообще не работает. Какой тут... Какая тут может быть эффективность? Блин, да что ж такое-то, а? Ладно, ребята, давайте попробуем тогда с чем-нибудь другим. Ну, раз у нас не получается с лесом, давайте постараемся сделать это тогда, может быть, с добычей камня. Ну, с шахтой, одним словом. Так, что-то я заблудился, что ли, по-моему? Куда я иду-то вообще? Твою дивизию, вообще куда-то не туда пошел. Ладно, давай тогда вдоль речки пройдемся. Там, по-моему, у нас будет небольшой такой мостик. Через него можно перейти. Так, вот здесь мы переходим с вами. Блин, да что ж... Это что такое тут? Что это такое лежит непонятное? Что же мы с вами неправильно это делаем, а? Стол воскрешения. Зомбарей я сделал. Да, я их сделал. Так, давай посмотрим. Зомби-шахта. Зомби-шахта, где она строится? Вот ты мне скажи. Зомби-шахта это. Станция грузчиков. А, вот здесь вот, да, станция грузчиков стоит. Так, понятно. Ну, предположим, предположим, давай. Давай мы с тобой... А, она уже все, она сделанная. Так, это что у нас такое здесь? Создать. Да подожди ты, создать. Так, что-то... Так, а вот это что такое у нас? Чё-то я вообще не понимаю, нифига, блин. Сюда нужен зомби или чё? Или куда? Куда нужно мне ставить зомбарей? И сколько нужно? Работник не назначен. Ну хорошо, я сейчас пойду, назначу работника. Станция грузчиков, зомби-шахта. Ладно, хорошо, зомби-шахта, станция грузчиков. Полетели, хорошо, вы уговорили меня, ребят. Нет, или да, да, полетели. Конечно, милый дом. Милый мой дом родной. Погоди-ка, а здесь-то мы что, не можем, что ли, это... Слово писарь это сделать, нет? Чтобы вообще далеко не ходить, чтобы все это было рядышком. Чтобы посмотреть, как они вообще хотя бы... Как они работают, как они живут, как они делают что-то. Свою работу там, я не знаю. Живой этот... Ну-ка, если я его Нет, я его больше не могу, ребята, ничего с ним сделать. Я его воскресил, он воскрешен. Но в данный момент он просто как груда говна на моих плечах, которую я куда-то тащу. Но тащу я его, естественно, обратно туда. Вот морока. Наверное, потом придется мне нафиг тут вырезать дофига чего, потому что, ну, это вообще туда-сюда столько беготни. Так, вот, короче, мы... А, вот сейчас заодно и посмотрим. Мы идем как раз по этому пути. Давай посмотрим, может быть, тут надо... Здравствуйте, приплыли. Ну, положили. Ты будешь что-нибудь? Грузы. Создается на большой лесопилке. Эффективность работы.
Ну, ребят, ну я не понимаю, или... Или эта петрушка вся не работает, или я не знаю, что-то может быть неправильно я делаю. Что нужно еще сделать для того, чтобы он начал работать? Ну да, я не спорю, топора у него в руке нету, его элементарно нету. Хорошо, давай поставим его там. Там, по-моему, я видел, кирка лежит. Ну, якобы уже заранее. Вот здесь вот. Ну, будешь ты работать? Куда ты ушел там? Эй! Так. Погоди-ка, по-моему, что-то добывается, да? Посмотрите, ребят. Что-то вот там вот потихонечку, полигонечку. Да, он добывает. Так, подождите, надо сходить быстро за вторым зомби. За вторым зомби и назначить его на пост. Слушайте, подождите, а может быть тот зомби так тоже работает? Он не должен тут махать топором, а просто как бы, ну... Стоит и якобы идет у нас добыча. Ведь такой же может быть. Я-то просто думал, что он там, знаете, будет шевелиться, там топором махать. Нет, почему? Он может просто стоять, да? А у нас может отображаться, что как будто бы добыча идет. И все, и не придерешься здесь ни к чему. Так, у нас два зомби лежат там. Что-то я какой-то путь себе выбрал тут. Не совсем близкий. И получается что? Если оно идет именно таким макаром все будет, ну, действовать, то да, я тогда пойму, то, что я был неправ, и что все нормально, все работает, все пучком. Сейчас мы как раз и проверим. А я, по-моему, забрал этого чувачка, да, который стоял и должен был добывать, в принципе, это древесину. Да, я его убрал. Давай посмотрим. Вот, например, я его ставлю. Смотрим, ребята. Ну вот здесь, по-моему, ничего не убывает. Вообще ничего не убывает. Ну-ка, предположим, грузы. Эффективность работы 5%. Ну, он вообще не хочет работать, смотрите, ребят. Просто вообще не хочет работать. Ни на миллиметр, ребят, там не сдвинулось ничего. Поэтому давайте сделаем так, как я хотел изначально сделать. Сюда его выложим, назначим на пост. И пускай он там на посту будет уже принимать, наверное. Так, вот сюда мы его поставим, да? Грузы для транспортировки. Так, ну, предположим, все абсолютно. Предположим. Сейчас мы глянем, что у нас здесь. Слушайте, идет, ребята, добыча. Добыча идет. Только я не знаю, куда он это все складирует и куда идет транспортировка. Куда она вот идет? Так, ну что, ребятушки, давайте мы, наверное, с вами вот на этой ноте будем закругляться. Я немножечко почитаю, посмотрю, может быть, где-то чего-то неправильно делаю. И обязательно мы с вами сделаем следующую серию. Ну, а на этом всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, не слишком вас утомил. Увидимся в ближайшее время. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Смотритель кладбища Breaking Dead». В общем, ребята, все было элементарно просто. У меня версия просто еще в тот раз, в той серии, не обновилась. У меня было 1.103, сейчас 1.104, и все идеально работает. Ребята, я не стал вас томить вот этими... хождениями туда-сюда, зомби принеси и зомби отнеси. В общем, сейчас я запускаю игру, и мы смотрим, что нам все это дало. Поехали, ребята.
Сейчас я вам покажу, кто что делает, за что отвечает. Так, ну что, начнем, пожалуй, мы с нашей базы, да? Так, смотрите, помните, я спрашивал, а что это такое, что это за фигня, почему она груз, который мы сюда ложим, ящики, куда-то под землю. Смотрите, ребята, что тут происходит. Сюда мы с вами, например, делаем, ну, любой товар, да? Там у нас большой список есть. Вот, выбираем его, короче, и как только делается, он под землю уходит. А на самом деле он уходит не под землю, он уходит к нам в подвал. Я здесь расчистил путь, вот тут вот. Здесь лежит ящик, как видите, я специально убрал зомби. И сейчас я его поставлю и посмотрим, что он делает. Поняли, ребята, эти ящики, они относят туда, в мой магазинчик. И вот я так, мне не надо теперь бегать, выставлять там что-то. Я просто заказываю товары, и эти зомби туда их относят. Это просто замечательно. Но это только начало, ребят. Это только начало. Смотрим дальше, что у меня здесь еще появилось. Так, я построил себе, ребята, как же она там называлась-то? Так, если она здесь есть, генератор случайного текста, да? В общем, вот этот зомбарь, который, видите, вот здесь стоит, он нам создает, ребята, бумагу чистую, например, если у нас будут вот такие вот ингредиенты, либо книгу, либо историю. Опять же, как-то почему-то рандомно, не знаю почему. Вот, смотрите, я выбираю, да? Вот, 4 истории, то есть он может сделать бронзовую, серебряную, либо золотую. А вот это вот, я так понимаю, ребята, он перерабатывает их в камушки. Листочки эти. Вон, видите, там запылился, запылился, бедняга. Так, ну что, с этим вроде бы мы тоже выяснили, да? Кстати, ребята, хотел сказать вам, что если кто не знает, что вот этот вот порошок здоровья создается либо с компоста, либо с капусты, либо с тыквы. И создается он вот здесь вот, на алхимической мельнице. Вот вы так нажимаете, и видите, ребята, да, у нас в данный момент у меня был компост. И вот в данный момент мы делаем этот порошок. Этот порошок мы смешиваем с вами с кровью и получаем эликсир оживления. Как раз для наших зомбарей. Так, ну что же, двигаемся с вами, пожалуй, дальше. Сейчас, ребятушки, все потихонечку покажу, объясню. В общем, тем ребятам, которые в эту игру не играли, но собираются, это намного упростили им жизнь, так скажем. Потому что раньше все это надо было делать самому. Как видите, у меня уже зомби здесь бегают, работают. Сейчас я вам покажу. Помните, да, первое, на чем мы с вами споткнулись, это была добыча дерева. Теперь все идеально работает, все хорошо. Я поставил сюда, который носит грузы, может быть, даже это он идет. И основной зомби, который, ребята, у нас добывает дерево. Да, больше одного, конечно, не могу поставить, но здесь, понимаете, в чем проблема? Ой, ты куда? Куда упал-то у меня? Работай. Здесь в том, что чем лучше у нас зомби в плане процентовки и кармы, тем лучше он работает и быстрее. То есть, если у нас черепки беленькие, то у нас процентовка, ну, коэффициент полезного действия будет там 20-30%. А если, например, 5 черепков красных, 5 черепков белых, это будет где-то 10%. Как бы средний такой баланс. Так, ну что же, с деревом все понятно, да? Дерево у нас, ребята, там добывается. Причем довольно неплохо. Я единственное не знаю, ребята, это офлайн добыча идет или все-таки онлайн? Ну, то есть я должен быть в игре, чтобы это все дело происходило? Или мне не обязательно? Так, как видите, здесь я поставил также, ребята, 3 будки. 3 носильщика у меня здесь. Вот, 3 носильщика. И поставил, как вы видите, шахты. 2 на камень, 2 на мрамор. Кстати, вот это вот означает, что носильщики не успевают, ребята, справляться с добычей. То есть они как бы камень этот, камень и мрамор они добыли, но сплавить они его не могут, потому что носильщики уносят еще, как говорится, старые наши запасы. То есть им еще тут долго-долго бегать. Также у меня здесь стоит на
Это, по-моему, графит, если не ошибаюсь, или уголь. Нет, это уголь у нас. На угле стоит, и также стоит у меня, ребята, на добыче железа. Вот так вот. Но в отличие от этих, которые там копошатся, эти ребята у меня находятся внутри шахты, их не видно, но, поверьте, они добывают. И также этот груз автоматически отмечается у нас в наших вот этих вот будках. Вот здесь. И, как видите, у меня здесь на всем стоит галочки, чтобы они относили. Когда, чтобы не запутаться, есть ли у тебя здесь носильщик или нету, вы нажимаете, видите, да? Носильщик есть, лежит. Когда нету, здесь будет просто пустой такой проем дверной. Ну что, ребята, в принципе, вот и все. На этом как бы можно и закругляться. Я эту серию, наверное, прикреплю к первой. Ну а вам, естественно, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было полезно. И вы все прекрасно поняли. Ну а мы с вами, естественно, увидимся уже в следующих видосиках. Возможно, скоро будет, ребят, какое-нибудь еще обновление. Мне бы лично очень этого сильно хотелось. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.